Лебедята, пошли дальше. Добрый день, дорогие друзья. Спрятался от ветра в заросли, чтобы не так сильно по ушам стучало. Ну что, ветер сильный, вода прибывает, но пока только один подлещик. Была поклевка карпа, но не взяли. Все, будем ждать. Не, ну там реально сало, слышишь? Там реально сало. Сало реально. Не, на ронятнике. Ну поклевка была. Рано, да. На ронятнике. На что, на грану? На сало. На обоих пучках сало. Не, ну я в прошлом году ловил, и подлещика ловил, и карася ловил на сало. Да. Правильно, как только пришел, у вас рыба клюет. На сало. И без гранулы? Там гранулы не было? Не было, гранулы не было. Ну, видишь. Вот карпа я не ловил на сало. Я даже не знаю, он идет на сало или не идет. Вообще. Доброе утро. Ночь, конечно, была бешеная. Мало того, что ветер холодный, северный ветер. Плюс еще не клевало ни хрена. Ночью там взяли одного карпа и все. Сейчас там сел мой Google Glass. Нечем писать, пишу уже с телефона. Что она будет, посмотрим. Честно говоря, я говорю, я обалдел, когда на сало начал ловить. Я сам. Я не ожидал такого. Я думал, что это, ну, не, я помню как-то карасей давно еще. Очень давно. Не, ну, в прошлом году я просто вспомнил, как в прошлом году мы ловили. Вот как раз вот так вот по осени мы ловили на сало. Но я туда добавлял еще валерьянку и анис. Сало? Сало. Вот сало настаивал вот баночки. Там была валерьянка была и анис добавлял. Не, ну она... анис он вообще обожает. Но анис да, и... ну и лещ тоже шел. Ну, лещ, да. Как жалко, сдохла у меня камера. Не снял ни твоего карпа, ни своего, ничего. Да не, это не поклевка. Это издевательство. Да, карасик, скорее всего, там. Ну, так я тебе говорю, что. Что? Вот и все. Вся наша рыбалка. Дали мне сегодня очки. Плохо заряжались. И не получилось снять. Это вот удренний карп был,
А это ночные подлещики. Вот такой вот улов. Все, будьте здоровы, не кусаньте шуи.